Приветствую, друзья, на связи Артур, и в сегодняшнем видео хочу поговорить о лаунч-пулах на бирже Bybit, а именно конкретно разобрать вопрос, выгодно ли там участвовать или же нет, и соответственно показать на своем примере, сколько можно зарабатывать, инвестируя, допустим, $100, либо же $2000, это максималка на один аккаунт. Поэтому давайте перейдем в раздел торговать, Spot X и раздел пул. Именно здесь находится лаунч-пул. Сейчас у нас проходит вот новый пуффер, или как-то так называется, токен. 7 дней каждый из лаунч-пулов длится. Вот буквально через 2 дня начнется новый. Еще действует CATS. И вот NAUX, еще завтра будет одно начисление. То есть сейчас такой некий сезон лаунч-пулов. И нужно понимать, сколько с этого дела мы можем зарабатывать. Как правило, я сюда закидываю средства, которые мне не нужны там в трейдинге, либо же в инвестициях какие-то проекты. То, что свободно, то сюда и закидываем. Вот, история стейкинга нажимаем. Показывается, сейчас у меня два депозита по двум монетам. CATS и NEX. Давайте самое последнее посмотрим, сколько же конкретно мне удалось заработать за данное мероприятие. Оно еще не закончилось. Ни одно, ни второе. Завтра еще будет одно начисление вот этом NEX. Но, тем не менее, картина будет ясна. Вот, смотрим, у меня было 4 продажи токенов. В сутки около там $1.55 приходит. На данный момент $9.49 получено. Плюс еще одно начисление, это будет $11. Имея на счету $2000 за стейкинг. Прошу заметить, что у нас ничего не списывается. Мы ничего не теряем, ничем не рискуем. То есть деньги просто лежат в этом разделе, в стейкинге. И мы получаем за это новые монеты. Плохо это или хорошо, но судить вам. Это выходит где-то 0.55% за 7 дней от нашего депозита. Соответственно, у меня 2000 застейкано, получил здесь, можно сказать, 11 вот будет. Дальше, токен CATS. Также у нас 4 продажи, $2.33, $2.54, $5, $2.15. Еще будет 2 начисления по данному лаунч-пулу. На данный момент $12.08 я получил. И, соответственно, еще будет где-то там $4-4.5. Итого это 16 с копейками. И здесь выходит чуть больше, где-то 0.75, может 0.8% получается от $2000. Соответственно, если у меня, допустим, там $16 заработок, а вы вложите $100, сколько вы сможете получить за неделю времени застейканных ваших средств? Мы делим это на 20, потому что в 20 раз у вас меньше сумма. Если у вас $100, у меня 2000, вы получите всего лишь 80 центов. Будет $200, значит получите $1.60 и так далее. То есть примерно вы можете понимать, на что можно рассчитывать. Но обращаю ваше внимание, что бывают как и удачные, так и неудачные лаунч-пулы. Все зависит от фазы рынка, насколько крипта растет, либо же падает, насколько интересен тот или иной проект. И от этого формируется цена и наш с вами заработок. Вот я ранее делал пост о предыдущих своих лаунч-пулах. Там взял только последние, которые были. Я в них очень много участвую. Я бы сказал, постоянно. Уже на протяжении многих лет. И вот что приносит последнее. Потому что были там и по $150 получал. Были разные. Но на данный момент вот $23. Это где-то 1.2% от 2000. $32 это где-то там 1.5-1.6% от моего депозита. Вот было и $50, это уже 2.5% профита за неделю. И вот ордер принес $16, это где-то там 0.8% от депозита. Итого, что мы имеем. Сейчас это $11.15 приносит. Было 16, 30, 20. Даже если взять, что в среднем с лаунч-пула будем получать $15 с одного аккаунта, то имея 10 аккаунтов, получаем $150. Имея 50 аккаунтов, уже зарабатываем $750 за неделю. Но, соответственно, 50 аккаунтов это $100,000 нужно застейкать. 50 аккаунтов. Это всякие прокси и тому подобные истории. Покупка верификации. Есть дополнительные затраты. Это уже прям полноценная работа. Этим нужно прям заниматься. Но если у вас там аккаунт у себя, у жены, там может на родственников, там маму, папу, еще кого-то. Есть там свободных условно десяточка долларов. То где-то по 75 баксов, может по 100 в неделю сможете вытаскивать с данных лаунч-пулов. Это на халяву, ничем не рискуя. Тема рабочая уже много лет. И это то, что не стыдно рекомендовать. Когда лаунч-пулы проходят достаточно часто, как сейчас, это может быть и 3%, может быть 5% в месяц.
что, согласитесь, уже достаточно неплохо смотрится. И буквально в двух словах, как вообще здесь принять участие, что нужно делать, куда нажать. В первую очередь у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на бирже Bybit, ссылочка будет в описании под видео, там же будет инструкция, как регистрироваться, как проходить верификацию, после чего вам нужно завести сюда средства. Также будет видеообзор, как использовать этот раздел P2P торговлю, как заводить с банковской карты средства на биржу, после чего как мы купили USDT. В разделе «Активы финансирования» у нас должны находиться средства. Дальше мы переходим от раздел «Торговать» под X Pool. Открываем, нажимаем «Зарегистрироваться в актуальном лаунч-пуле». И у нас есть три варианта участия. Это инвестировать сам токен, что крайне рисково, потому что у него высокая волатильность, то вверх, то вниз мы можем на этом потерять. MNT – это токен биржи. Как вариант можно рассматривать, закидывать и участвовать в лаунч-пулах и спекулировать на токене. Но мне больше по душе USDT, это стейблкоин, где 0 рисков. Да, доходность здесь будет меньше, чем вот этих пулах, но тем не менее. Это стабильно и копеечка платит. Мы нажимаем «Вносите в стейкинг и зарабатывайте». Дальше прописываем сумму от $100. Я нажимаю «Максимально». Принимаю условия, нажимаю «Подтвердить». И дальше мы дожидаемся. Вот посмотреть ордер. И здесь показывается, что у меня вот теперь уже 3 стейкинга. Обращаю ваше внимание, что вот этот NEUX уже закончился, но я не рекомендую вам выводить из стейкинга до того момента, пока вам не придет последнее начисление. То есть сегодня, если мы уже зайдем вот в лаунч-пул и посмотрим внизу, уже он в прошлом показывается. Но еще за то, что наши средства висят в стейкинге, завтра мы получим последнее начисление. И тогда уже деньги автоматически нам возвращаются на счет финансирования, и дальше можем их использовать. Также в любой момент времени вы можете их забрать, хоть сейчас нажать «Вывести из стейкинга», прописать сумму и тут же выйти. Ну, соответственно, вы ничего не заработаете. Но такая возможность есть, деньги ваши не замораживаются, и у вас есть выбор. Дальше, когда вы получаете токены, которые здесь раздают, переходите в раздел «Финансирование», здесь они у вас будут находиться, нажимаете кнопочку «Перевести» и выбираете «С финансирования», чтобы было на единой торговой. Ваша монета, прописали сумму, отправили. Дальше на торговом счету они находятся, соответственно, мы можем их продать. Переходим в раздел «Торговать», «Спотовая торговля», у нас открывается базовый биткоин, и нам нужно в поиске написать, допустим, «CATS». Выбрали, открыли, кнопочка «Продать». Всю сумму прописали, смотрим по зеленым, самую первую, 875 прописали, вот, нажать продать, получаем наши деньги. Все, вот такой вот заработок. Если есть вопросы, обязательно пишите их в комментариях, либо же в телеграме, ссылочки будут в описании. На моем канале получаете информацию в самую первую очередь о всех событиях, о всех проектах, где я зарабатываю. Надеюсь, вы уже поставили палец вверх, подписались на канал, если этого ранее не сделали. И на этом, собственно, все. Увидимся в следующих видеороликах. Спасибо, что смотрели. Пока.